Сегодня вас ждет очень быстрый, простой рецепт вкусного салатика. Салатик называется «Миледи». Готовится он очень просто и быстро. К мясу добавляем крахмал 3 столовые ложки и жарим на маленьком огне 5 минут. Теперь займемся мандаринами. Нам понадобится 2 штучки. Кусочек сыра 100 грамм нарежем на полосочки. Половинку красного лука нарежем полукольцами. Подготовим пекинскую капусту. Теперь все красиво сервируем. Сначала выкладываем капусту, затем идет лук, теперь курочка, кусочки сыра и мандарины. А заправлять, друзья, мы будем салат не совсем обычной заправкой. 3 столовые ложки оливкового масла, 3 столовые ложки лимонного сока, 2 чайные ложки дижонской горчицы. Быстро, просто. А посмотрите, какое красивое блюдо у нас получилось.